Эксперты назвали топ-5 самых ожидаемых новинок парижского автосалона. Парижский международный автосалон в этом году вновь соберет все сливки автомобильных премьер от крупнейших производителей. А масштаб выставки не может не завораживать даже самого искушенного гостя. Накануне российские автоэксперты назвали топ-5 самых ожидаемых новинок автосалона в Париже. Лидером рейтинга и, соответственно, самым ожидаемым событием предстоящего автошоу станет премьера нового поколения кроссовера BMW X5, построенного на самой передовой архитектуре Clark. Получив ряд интересных технологических решений вкупе с заметно посвежевшей внешностью, X5 имеет все шансы стать новым бестселлером BMW в Европе. Второе место, как пишет CarWeek, занял концепт Skoda Vision RS, призванный дать представление о дизайне будущих спортивных моделей чешской марки. На третьей строчке оказался японский универсал Toyota Corolla Touring нового поколения, закрытая презентация которого состоялась буквально на днях. Четвертое место досталось Kia ProSeat в новом для себя кузове Shooting Brake, пришедшей на смену трехдверной версии хэтчбека Seat. Замыкает топ-5 роскошная купе Lexus RC с полностью переработанным дизайном экстерьера и массой суперсовременных опций. Друзья, не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить новости из автомира.